Каждый из конкурсантов Junior Eurovision увез с собой частичку Казахстана. Ержан Максим подарил всем казахские сувениры. Это маленькие копии батирека, юрты и верблюжата, выполненные из войлока и не только. Смогут отведать иностранцы на десерт и наш казахстанский шоколад. Вручая подарки, наш земляк рассказывал о своей родине и приглашал посетить нашу страну. Юные звездочки были тронуты презентами. Многие из них пообещали приехать в Казахстан и, в свою очередь, тоже вручили Ержану памятные сувениры. А вот представительница Ирландии на детском Евровидении даже напела мотив в песне. Я просто влюбилась в песню Ержана. Она удивительная. Когда я слушаю ее, у меня сразу поднимается настроение. У него потрясающий голос.